Стенки я бы хотел чуть побольше и дырку заделать. В этом дворе надо много чего менять и переделывать, уверен регулярный посетитель детской площадки Владимир Бурко. Юный химчанин проводит нас по территории двора и показывает, что требует доработки и изменений. Здесь была раньше вот такая уже стенка, но их выбили. И потихоньку эти тоже выбивают. Прикольно было бы, если карусели были бы именно вот там, где крестик зеленый. Перечень нареканий дополняют и взрослые, которые часто приходят на детскую площадку и наблюдают, как она постепенно приходит в негодность. Вообще тут часто качели ломаются. Я думаю, что их нужно ремонтировать. Покрытие, оно всегда нуждается в ремонте. Оно постоянно рвется, оно постоянно нуждается в ремонте, наверное, каждый год. Детки бегают, играют, падают. Естественно, если где-то что-то не так, то это травмоопасно. И лавки не в самом лучшем состоянии. Замена лавочек, элементов озеленения, игровых конструкций, освещения и урн на этой площадке у дома номер 16 на Юбилейном проспекте пройдет уже этим летом. И это лишь один из нескольких десятков дворов, где проведут капитальный ремонт. Например, здесь, на улице Маяковского, 19/8, площадка также трещит по швам. И ее тоже ждут преобразования. Целостность конструкции здесь инспектирует член общественного совета «Химки. Интересно жить» Валентин Герасимов. Проект родился по инициативе жителей, обратившихся к депутатам городского округа. Он направлен на решение различных проблем химчан и поддержание инициатив жителей города. Здесь вот можно и зацепиться, здесь то же самое. Понятно, что это тоже надо включать, демонтировать и менять. То же самое покраска. Здесь ряд ремонт надо делать по покрытию однозначно. Что касается песочной, конечно, в таких случаях надо делать укрывать. Как и предыдущий двор, эта территория попала в поле зрения общественного совета «Химки. Интересно жить». Совместными усилиями площадку разместили на портале «Добродел». Ее судьбу решило единение людей. Благодаря большому количеству голосов площадку включили в программу комплексного благоустройства дворовых территорий. Результатом будет то, что эта площадка будет реанимирована, она будет приведена в порядок. Я со своей стороны благодарен жителям за ту инициативу, за то неравнодушие. Вместе мы и впредь будем, наверное, делать и благоустраивать наш городской округ. Будем обязательно контролировать выполнение этого объема. Ну, естественно, при приемке я хотел бы тоже участвовать, с каким качеством, в какие сроки данная работа была бы выполнена. Всего в Химках 529 дворов. Благодаря губернаторской программе комплексного благоустройства в Химках с 2015 года обновили 60% дворовых территорий. За 6 лет существования программы в Химках 323 детских площадки обрели новую жизнь. В этом году городские власти планируют отремонтировать еще 29 дворов. Срок окончания работ до 1 сентября. И примерно в это же время начнется голосование за десятки других дворов, которые требуют обновления. Дворы, которые приведут в порядок к осени этого года, рассредоточены по всему городскому округу Химки. В список попали те, которые набрали больше всего голосов. Также люди выбирали, что именно появится в их дворе. После определения адресного перечня мы выходим, соответственно, на встречи с жителями. В свою очередь обсуждаем наполнение этих площадок, да, соответственно, пожелания. Обсуждаем, соответственно, кому необходимо там детскую площадку установить, кому необходимо спортивную. У нас эти встречи постоянно происходят, и на этой неделе у нас достаточно много встреч организовано. Поэтому по результатам, соответственно, уже мы составляем смету. В этом году выбор дворов пройдет в традиционном режиме ближе к осени. Следить за ходом голосования и повлиять на исход сможет любой химчанин на портале «Добродел».